Привет, с вами вновь Иван, и в руках у меня мощнейший 49-клавишный MIDI-шный контроллер, целая пианино. Называется эта штука Bontempi UMC49. Именно так на обратной стороне клавиш написано. Сделано в Китае для некой итальянской компании. Но на сайте banggood.com, откуда я, собственно, заказывал клавиши, они называются World KS49. И выглядят абсолютно точно так же. Но есть две фотографии с логотипом World и без. Внутри этого контроллера нету никакого синтезатора, никаких звуков он не издает. Это именно чистый MIDI-контроллер, который должен подключаться по USB к вашему компьютеру, Mac'у или PC. К Mac'у он, кстати, подключается без всяких драйверов. Либо можно по MIDI-выходу подключить к какому-то внешнему MIDI-принимающему устройству. Например, к звуковой карте, которая тоже включена в компьютер. И там будут сигналы с клавиш и крутилочек считываться прекрасным образом. Кроме клавиш на контроллере есть кольцо модуляции, кольцо питч-шифта, кнопочки переключения октав плюс 3, минус 3, а также крутилочки фильтров. Всем пианистам, неожиданно меня смотрящим, скажу, что здесь система пружинная под клавишами. Да, пружины мягкие, удобные, хоть хорошие, клавиши полноразмерные, но система не молоточковая. Таких же ощущений, такого же отскока, как от настоящего рояля и пианино, здесь нет. Но, тем не менее, для создания электронной или неэлектронной музыки этот контроллер подходит, я считаю, отлично. В коробке с клавишами был квадратный USB-провод, такой же, как для принтера, и по нему клавиши питаются. Блок питания отдельно не требуется. Но если вы хотите контроллером управлять каким-нибудь MIDI-устройством по MIDI-кабелю, то нужен будет блок питания. Блока питания в комплекте не идет. Мой YouTube-канал, кстати, посвящен гитаре. Как же мы можем эти два устройства совместить? Воспользуемся Reaper Simplomatic 5000. Несколько легких магических пассов со свежезаписанными MIDI-нотками и вуаля! Наверное, я капельку переборщил со скоростью. Но ничего, попробуем теперь соло запилить. Мое резюме, клавиши отличные, своих денег стоят. А с вами был Иван, пока!